Всем добрый день! В этом не очень большом видео я хочу рассказать вам о одном плагине WordPress. На сегодняшний день платным. Стоит он в пределах $100, а если точнее 97. При этом разработчики этого плагина сейчас его позиционируют и раскручивают на просторах Рунета. На Западе он уже достаточно известен. Сейчас как бы их цель выйти на русскоязычный контент и, скажем так, повысить свои доходы. Буквально недавно стоимость этого плагина была примерно $150. Сейчас они его немножко скинули, а также предлагают партнерские программы тем, кто купит плагин и готов его распространять через свою партнерскую ссылку, получать определенный доход. По-моему, там до 30%. Ко мне примерно в августе этого года обратились разработчики, а точнее специалисты по продвижению именно в Рунете, с просьбой посмотреть этот плагин, дать ему какие-то отзывы, рекомендации и так далее. Честно говоря, времени в эти месяцы у меня было недостаточно много, поэтому так получилось, что сегодня, 21 ноября 2012 года, я нашел буквально несколько часов для того, чтобы познакомиться с этим плагином, с его функционалом, посмотреть, как он работает, оценить его, сравнить его с другими вариантами похожих плагинов, которые работают, скажем так, на создание целевой страницы, или еще эти страницы называют по-английски по-разному: целевая, посадочная, продающая и так далее. Английские термины: landing page, sales page, squeezy page, ну, наверное, я перечислил основные. Итак, о чем же идет речь? Что вообще умеет делать этот плагин WordPress? Ну, во-первых, вы видите на экране сейчас сайт marketerplugin.com, где как раз именно вот с помощью этого плагина создана вот такая целевая страница, где вы можете познакомиться с функционалом этого плагина, что он умеет, как он это делает, как он с его помощью создана эта страница. Вот эти все колонки, блоки, секции, заголовки, ссылки на видео всплывающие, если вы видите, вот оно так работает. И так далее, и так далее. Здесь перечислены бонусы, указана цена, что вы можете приобрести его сейчас за $97. При этом у вас есть гарантии 30-дневного возврата и, я так понимаю, 40% по аффилированной ссылке, партнерские ссылки, 40% дают дохода тем, кто будет распространять этот плагин. Это англоязычная версия, страница, повторяю, marketerplugin.com. У этого плагина уже появились продавцы в Рунете. Уже есть такая страница, как www.marketerplugin.ru. Здесь вы видите, в принципе, все то же самое. Вот, кто-то уже сделал с помощью этого плагина вот такую вот продающую страницу, где идет рассказ об этом плагине. Поэтому мне как бы повторяться, наверное, нет смысла. Единственное, на что я хочу обратить ваше внимание. Ну, буквально коротко. Я понимаю, что здесь это все в видео, вы можете увидеть, прочитать. То есть вот на этой же странице есть видео, как создается эта страница с помощью этого плагина. Так, что-то она тормозит. Вот, скорее всего, да, это англоязычная версия. То есть кто-то просто взял ссылку и, скажем так, отсюда, с этого сайта поставил, и она крутится. То же самое касается вот этих всплывающих. Но здесь почему-то оно не хочет всплывать. Ну, неважно, с этим можно разобраться. Ну и вот здесь рассказ идет о том, как с помощью этого плагина, ну и в видео вы тоже это увидите, можно создать вот эти все записи, форматирование текста, добавление окон и так далее, и так далее. Я вам просто покажу то, что мне дали разработчики. Мне разработчики дали доступ к тестовому сайту,
Вот он, test2.marketerplugin.ru. Вот, скорее всего, это как раз вот с этого сайта и есть поддомен. Значит, что он дает? Ну вот, если вы видите, я сюда зашел через профиль свой, тот, который мне скинули, через консоль. Поэтому у меня появляется возможность редактирования вот этой страницы. Но здесь кто-то, видимо, уже до меня пытался, экспериментировал с добавлением блоков, писал всякую ересь. Я просто хочу сказать, что если у вас, скажем так, есть затруднения в составлении правильного макета, то этот плагин дает возможность, вот сейчас я вам покажу, вот нажатие, видите, я нажал сейчас редактировать, и у меня открывается вот такая вот панель инструментов. Вот, и я могу добавлять вот эти все блоки, редактировать их, как видите, все здесь интерактивно, то есть не надо ни в панель заходить, никуда. Соответственно, это все прямо на экране монтируется, и размеры, и высота, и ширина, и вот здесь вот блоки текста. То есть вот они драг-н-дропом передвигаются, вот здесь вот есть окно редактирования, вот, которое я могу открыть. Ну что-то у меня тут притормаживает. Вот. Ну вот видите, да, открывается редактор, здесь добавляется какой-то текст. Соответственно, я могу это все удалять, редактировать, сохранять, потом перемещать, менять размеры окна и так далее, и так далее. Вот для примера я вам открою сейчас несколько шаблонов, которые есть в этом плагине. То есть есть шаблоны, ну они так их вот разделяют, на Squeezy Page Template, хотя я, честно говоря, большой разницы не вижу, и Sales Play Page. То есть, в принципе, это одно и то же. То есть, допустим, вы выбираете какой-то из этих вариантов трех макетов. Нажимаем Apply. И сейчас у нас, видите, заменился этот контент. Вот. Вот у меня создается автоматом страница. И теперь я могу, в принципе, ее посмотреть. Если она меня устраивает более-менее, то я могу ее немножко донастроить. То есть поменять текст. Вот, оставить, допустим, этот формат шрифта. Вот, соответственно, сохранить. У меня, видите, здесь меняется. Все это интерактивно. Не надо ни в какой консоли работать. Не надо знать HTML. Надо немножко понимать, скажем так, как это все работает. То есть вот возможности, выбор шрифта, то есть все здесь есть, все чудесно и великолепно. Вот. Я понимаю тех, кто озабочен поиском подобного функционала, потому что сегодня и на просторах Рунета тоже много продавцов интернет, которые занимаются именно продажей своих каких-то услуг, товаров. Вот. Им нужны такие целевые страницы, посадочные страницы, продающие страницы, с помощью которых они будут продвигать свой товар, свои услуги, свой товар. Поэтому такой инструментарий нужен, и сразу возникает вопрос, а нужно ли покупать именно этот плагин, есть ли у него альтернатива? Конечно, есть. Я думаю, вы понимаете, что когда есть рынок, есть всегда возможность что-то выбрать. Для начала я могу вам просто дать несколько советов, показать кое-что, а вы уже сами будете решать. Ну, допустим, даже введя в поиске в том же Гугле название Marketer Plugin, у нас на первом месте страница, которую я только что вам показывал, вот, а на втором уже есть такая ссылочка 5 бесплатных WordPress плагинов для аффилированного маркетинга. Дальше здесь идет ссылочка Squeeze Page Made Easy with the Marketer Plugin. Вот это как раз идет разговор о этом плагине. Дальше здесь у нас есть вот ссылочка на метки на сайте, на официальном сайте WordPress, где, перейдя по ней, мы можем увидеть большой-большой список плагинов WordPress. В большинстве это все бесплатные плагины, которые именно вот настроены на создание таких целевых страниц, ну или что-то похожее. Я не знаю эти плагины, поэтому не смотрел, не буду вам ничего говорить. Но как варианты, что я вам могу предложить взамен, скажем так. То есть вы должны оценить тот функционал, который предлагает этот плагин, сравнить его с функционалом других плагинов,
бесплатных, платных, и сами уже выбрать для себя, что же все-таки вам нужно. Ну, давайте я вам покажу. Во-первых, сегодня на своем сайте, блоге плагина WordPress, я опубликовал небольшой обзор плагина, который называется Aqua Page Builder. Тоже как вариант создания целевой страницы. Плагин бесплатный. Единственное, что его нет в официальном репозитории WordPress. Вот. Но я даю ссылку на сайт, где его можно скачать. Здесь есть небольшое видео, не мое, а записано оно одним из разработчиков бесплатных шаблонов, в котором отлично все видно, как можно создать вот эту целевую страницу. Он тоже, в принципе, визуальный, похож на drag and drop, только работает через панель консоли администратора WordPress. Что еще я могу вам предложить, как вариант посмотреть альтернативу? Это сайт Ника Роча, elegantthemes.com. Здесь в разделе плагины, правда платный, сразу хочу сказать, это платный плагин, есть плагин, который называется Elegant Page Builder. То есть название, скажем так, похоже на название Aqua Page Builder, только здесь у нас идет название свое, а у Ника Elegant. Значит, что мы можем увидеть здесь? Давайте посмотрим. Перейдем в режим демонстрации работы этого плагина. Вот у него есть как раз один шаблон Convertible, на котором как раз вы видите созданная с помощью этого плагина вот такая вот страничка с разными форматами для вывода, допустим, текста, для вывода каких-то подзаголовков, вот такие вот красивые ленты, вот такие вот колонки, кнопки ссылочные, слайдер здесь можно разместить, вот такие вот колонки с ценами и перечислением каких-то характеристик и так далее, и так далее. То есть вы можете зайти, посмотреть на сайт elegantthemes.com, вот именно работу, точнее результат работы такого плагина. Плагин продается ником, ну, у него здесь есть такая функция, как все плагины за 89, но так как я с Ником Рочем сотрудничаю, то я готов вам этот плагин предложить всего за $15. Так что обращайтесь. Вот. Рассказывать о других плагинах похожих, ну, как бы я не вижу смысла. Я вам показал, как работает вот конкретно маркетер, который стоит $97. Вот здесь вы видите, сейчас я покажу. Здесь у нас внизу есть цена $97. Специальная цена действует ограниченное время. То есть вы можете приобрести 30 дней гарантии, но здесь я не вижу скидок. То есть это, с этим надо тут разбираться. Вот такой вот плагин. Вы меня, может быть, спросите, хороший? Ну, в принципе, да. В принципе, да. Но я изначально разработчиком, и, точнее, не разработчиком, а тем, кто планировал продвигать его в Рунете, изначально говорил, что похожий плагин, точнее, этот плагин стоимостью $97, он хороший, но цена немного завышена. Мое мнение, лично мое мнение, такой плагин может стоить в пределах, ну, наверное, $40. Как вариант могу вам показать еще один сайт, где можно поискать платные плагины. Наверняка там есть плагины похожими функциями. Сейчас, секунду, я не смотрел, поэтому давайте немножко повременим. Подождем, когда откроется. Я перехожу на сайт платных шаблонов. Здесь есть ссылочка на второй сайт с плагинами WordPress. Так, куда моя мышь делась? Ага. Так, давайте кликнем, посмотрим. Сейчас, секундочку. Так, Code Canyon. Вот такой есть сайтик. А здесь есть раздел WordPress. Мы перейдем в него. Так будет немножко быстрее. И в поиске напишем, ну, как вариант, допустим, тот же Squeezy.
Хотя можно было бы написать и Sales Page. Ну вот видите, есть пару плагинов. Может быть, не совсем то, что нам надо. Давайте попробуем еще. Напишем Sales Page. Ну вот здесь есть варианты плагинов, то есть тут надо, конечно, смотреть каждый. Но обратите внимание справа на цена, в колонке цена. То есть вы видите цены здесь в пределах от где-то $8, $7-8 до 20. Поэтому здесь можно тоже поковыряться, найти, может быть, то, что вам надо. Вот, тоже я вижу здесь варианты создания страниц с произвольными полями. Вот. Ну, надо смотреть. Может быть, это немножко не то, что нам нужно. Ну, как вариант, надо гуглить, надо искать. По крайней мере, вот даже по запросу здесь мы можем найти разные ссылки на разные плагины, не только Marketer плагин. Вот еще есть статья «Лучшие плагины WordPress для маркетинга». И здесь идет перечисление, ну, правда, сайт англоязычный. Идет рассказ о нескольких плагинах, которые именно созданы для того, чтобы создать такие страницы. То есть, в принципе, рынок сегодня предлагает разнообразные варианты этих плагинов. Я думаю, что этот плагин тоже займет свое достойное место в этом общем списке. Насколько он лучше, эффективней и удобней для того, чтобы создавать такие страницы, мне сложно сказать. Я знаю, еще есть платный плагин, как-то встречал его, так он и называется, Sales Page плагин для WordPress. Не помню я сейчас ссылку на сайт, где я его видел. Вот. Поэтому, в принципе, прежде чем принимать решение о покупке или использовании того или иного плагина, советую пробовать искать варианты. Если кто-то из вас знает другие плагины, то буду рад, если вы в комментариях к этому обзору расскажете о плагине, дадите ссылку на него, и мы все вместе с вами посмотрим и дадим ему оценку. Ну а так, в принципе, что я могу сказать? Плагин неплохой, довольно интересный, довольно удобный для работы. Вот. Создает, ну здесь пример, шаблоны вот эти, создание по немножко западному образцу страниц. У нас иногда делают это иначе. Но в принципе за основу можно брать такой подход. Здесь очень много учтено именно интернет-маркетинговых ходов. То есть крупные шрифты, выделяющиеся цвета, правильная компоновка пунктов, текста и так далее, и так далее. В принципе, неплохо. Все это неплохо, довольно оригинально, неплохо работает. Немножко тормозит, но тут, наверное, как бы вопросы уже не столько к самому плагину, сколько, возможно, к серверу, на котором стоит именно этот тестовый поддомен. Вот. Ну а так, оригинально все и довольно симпатично. Конечно, чтобы заказать разработку такой страницы, возможно, она будет стоить у дизайнера, ну если бы мне, к примеру, предложили, ну я бы, наверное, за такую страницу, вот если бы мне сказали вот что-то похожее сделать, ну взял бы долларов, не знаю, долларов 40. Вот. Кто-то может быть меньше, кто-то больше. Поэтому если вам нужно, скажем так, создание не одной страницы, а больше, 5, 6, 10 и так далее, то, наверное, есть смысл приобретать такой плагин для этого. Вот. А также выяснить, возможно, есть партнерская программа, то есть вы можете взять его за 97, создать страницу по образцу и подобию этой страницы, ну, может быть, немножко иначе написать, вот, поставить ссылочки и пытаться продавать со своего сайта этот плагин.
И, возможно, ваши читатели заинтересуются, купят, и вы получите скидки, соответственно, заработаете на этом плагине, может быть, даже больше, чем потратите на его приобретение. Так что, в принципе, наверное, стоит подумать. Всем удачи и успехов в сайтостроении и блогинге.